Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программа «Здоровый интерес». Меня зовут Георгий Фурсов. Здравствуйте. И уже по традиции начнем с блока новостей. Президент России в четверг в послании Федеральному собранию поручил в течение 2 лет подключить все российские больницы и поликлиники к высокоскоростному интернету. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Выездное обследование организовали врачи Ноябрьской ЦГБ. В одной из городских аптек всем желающим, а таких оказалось более 60 человек, бесплатно измерили артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, пациенты получили медицинские рекомендации о правильном питании, прохождении диспансеризации. Врачи ответили на общие медицинские вопросы. Есть моменты, когда человек не ощущает начальных проявлений болезни, а мы стараемся ему помочь в этом. То есть обратиться к тем людям, которые не чувствуют, что они больны, и акцентировать их внимание на том, что обследование должно быть и профилактическим тоже. Новых случаев педикулеза не выявлено. Ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщили специалисты городской больницы. Говоря простым языком, речь идет о вшах. Напомню, что у 20 школьников и дошкольников были обнаружены признаки паразитарной болезни. Тогда их временно отстранили от занятий. Теперь мы работаем с теми семьями, вот где было выявлено, для того, чтобы не допускать даже сухими гнидами в школу, чтобы полностью локализовать процесс. Вот, то есть если они приходят, и мы вдруг находим у них сухие гниды, мы их повторно отстраняем, назначаем курс лечения, и следующий приход опять они проходят через медицинский кабинет. То есть мы можем неоднократно возвращать детей на долечивание, то есть это может быть и 2, и 3 раза, пока полностью голова ребенка не будет вычесана даже от сухих гнид. Доктор медицинских наук, профессор и обладатель 6 патентов на изобретения в области оперативной гинекологии Олег Шалаев готов лично консультировать пациенток перинатального центра. Сегодня только он выполняет целый ряд совершенно уникальных операций не только в регионе. Не все столичные клиники берутся за них. Записаться на прием к главному врачу Центральной городской больницы можно через участковых акушеров-гинекологов женской консультации. У школьников проходит марафон «Мой выбор». Это ежегодное мероприятие направлено на пропаганду правовых знаний и здорового образа жизни. В течение 2 месяцев в образовательных учреждениях с учениками работают психологи, наркологи, специалисты здоровья для детей. Последние измеряют рост, давление, вес, кардиограмму. Результаты обследования будут доведены до родителей учеников. У детей есть такие факторы, как недосыпание. Большое количество времени они проводят за компьютером. И, конечно, есть проблемы с режимом и с нерациональным питанием. Но, несмотря на то, что у нас есть секции, они доступны, все-таки не все дети охвачены занятиями физической культуры, потому что вот гиподинамия и отсутствие прогулок на свежем воздухе, они имеют место в формировании различных заболеваний. Из серии любопытных информаций. Исследования ученых показали, что ананасы не только обладают приятным вкусом, но и полезны для здоровья за счет содержания антиоксидантов. В частности, антиоксидантные свойства помогают бороться с атеросклерозом, болезнями сердца и разными типами рака. А еще ананасы богаты марганцем, что помогает построить крепкие кости. Специалисты советуют выпивать по стакану ананасового сока в день, чтобы поддержать здоровье десен и зубов. Также в ананасах можно найти бета-каротин. Он защищает от макулярной дегенерации, грозящей потерей зрения. На Ямале провели первую операцию по имплантации однокамерного электрокардиостимулятора на сердце. Сделали это врачи Ноябрьской больницы. Мужчина, которому установили прибор, страдал нарушением сердечного ритма. Из-за этого больной часто терял сознание. Как современные технологии продлевают жизнь, в репортаже Елены Жарковой. Этот пожилой мужчина первый на Ямале, кому бесплатно имплантировали аппарат, который стимулирует работу сердца. Прошло всего несколько дней после операции, у пациента уже пульс в норме и сердце не болит. Его супруга не скрывает радости и благодарит врачей. У него приступы были часто, падал очень часто. Вот он даже буквально 2 недели тому назад упал, ребра поломал. Часто падал. А сейчас вот он бодрый. Вот неделю уже чувствуем, что совсем другое дело. Так что благодарим Максима Ивановича. Максим Иванович – тот самый врач, кто сделал операцию. Решилась на нее супружеская пара без лишних раздумий. Вживление кардиостимулятора заняло порядка 40 минут. Процедура эта инвазивная, делается через небольшой разрез. Анестезия ставится местная, так как общий наркоз – это серьезная нагрузка и без того на слабое сердце. Сам аппарат, он
находится в специальном корпусе, отвертка, которая прикручивается электроды, и этот самый аппарат как раз-таки вживляется или имплантируется человеку под кожу. Здесь как раз очень хорошо видно на снимке, как он выглядит, это примерно тот же самый размер. К этой коробочке, которая расположена в левой подключичной области, подведен электрод. Он и помогает сердцу сокращаться в минуту определенное количество раз. Проводок, как его называют в народе, проходит через венозную систему. Он дает возможность сердцу работать с заданной частотой, ту, которую мы запланировали, это может быть 60-70, либо физиологические режимы, те, которые уже можно будет выставить. То есть этот умный гаджет работает по требованию. Это словно сторож главного мотора нашего организма. Аппарат сам анализирует ситуацию и по мере необходимости дает сердцу электрический разряд. У человека в период его активности аппарат способен подстраиваться и добавлять частоту сердцесокращений. То есть если мы с вами, допустим, в спокойном состоянии сидим, у нас пульс 60, да? Вот, аппарат тоже работает с пульсом 60. Но если мы с вами побежим, у нас пульс будет 120, у кого-то может быть больше. Соответственно, аппарат сам подстраивается, у него есть определенные датчики, он подстраивается и сам учащает частоту сердцесокращений, чтобы человеку было комфортно. На восстановление человеку понадобится примерно месяц. Сам кардиостимулятор в последующем обрастает соединительной тканью и не мешает вести привычный образ жизни. На память пациенту останется только маленький рубец. Разговор мы продолжим в студии. Сегодня к нам приглашен специалист по рентген-эндоваскулярным методам диагностики и лечения Игорь Чеканов. Игорь Анатольевич, здравствуйте. День добрый. Насколько известно, недавно прошла операция по установке кардиостимулятора. Насколько было сложным принять шаг по установке? Решение было принято по показаниям. Пациенту нуждался в этом оперативном вмешательстве. Те специалисты, которые занимались установкой этого аппарата, они занимаются этим очень давно. Они были приглашены сюда для того, чтобы организовать эти оперативные вмешательства здесь. То есть спектр оперативных вмешательств, который сейчас оказывается в ИНАМ, он постепенно увеличивается, возрастает, уже делаются новые операции и планируется внедрять огромное количество новых вмешательств. А давайте все-таки разберемся, для чего необходим кардиостимулятор? Кардиостимулятор – это устройство, которое по жизненным показаниям ставится пациенту для восстановление его ритма. То есть есть много показаний, стимуляторы тоже разные. Конкретно то, что касается проведенной этой оперативной вмешательства, то есть ему было сделано для восстановления правильности работы его ритма. Он очень, сердце билось очень медленно. С помощью аппарата оно будет, соответственно, в нужный момент и помогать ему биться в правильном ритме, то есть восстановит его ритм. Вот на сегодняшний день мы установили уже 3 таких аппаратов. То есть вот сейчас я принес информацию. По сегодняшний день, по 2 декабря, мы сделали 3 таких оперативных вмешательства. Ну и после того, все-таки, что операция проведена успешно, можно ли сказать о том, что операции будут поставлены на поток? Я думаю, что да. Наша задача. А много ли пациентов у нас в Ноябрьске, которые нуждаются в данном виде лечения? Да, пациентов довольно-таки достаточно. Эта часть пациентов уезжала за пределы ЯНАО, то есть была необходимость их лечить, договариваться в других клиниках, в том числе и федерального значения. Сейчас, я думаю, что с организацией, то есть есть определенные моменты в расходном материале, потому что наша операция расходозависима, мы должны ставить аппарат, который находится в пациенте, остается имплант так называемый. То есть батарейка. И с организационными моментами, я думаю, мы на следующий год запланировали таких операций сделать 9. И с перспективы, конечно, они будут расти. Пока это было запланировано только для жителей Ноябрьска. Но работа ведется, и думаю, что она не остановится на месте, и будет развита, и будет охвачен весь Ямал. То есть пациенты, я думаю, не будут уезжать для таких операций, делать будут их дома. А каков принцип действия работы кардиостимулятора? Насколько долго устанавливается этот имплант в организм? Есть ли срок службы у этого аппарата? То есть механизм работы – это электрод, который находится в полости сердца, и батарейка подает импульс. За счет поданного импульса сердце сокращается в нужный момент. То есть сейчас на данный момент все стимуляторы, они частотно адаптированы, то есть они понимают, когда нужно включаться, и когда не нужно включаться. Это зависит от
патологии пациента. То есть в среднем они служат от 10 до 15 лет. То есть это зависит от срока службы батарейки. Если он включается чаще, то, соответственно, срок службы уменьшается. Если реже, то его хватает надолго. То есть это так же, как обычная батарейка. А как понять, что необходима замена кардиостимулятора? Ну, пациенты эти находятся под наблюдением всегда. Их наблюдает специалист. Они приходят на программирование, так называемое. И доктор уже знает, отслеживает срок службы. Существует устройство, которое считывает данные с этого стимулятора и дает прогноз на дальнейшую, то есть замену. Может ли аппарат привести к каким-то неудобствам пациенту? Ну, как у любого оперативного вмешательства, у этого оперативного вмешательства тоже могут возникнуть осложнения. Любые вмешательства, даже самые маленькие, могут привести к довольно-таки серьезным проблемам, потому что это вмешательство в организм. Когда сопоставляются риски собственного состояния, собственного заболевания пациента и риски оперативного вмешательства, конечно, собственное состояние крайне высокий риск получить более грозные осложнения. И поэтому принимается решение о необходимости проведения этого оперативного вмешательства. А с данным аппаратом есть ли какие-то ограничения по прохождению диагностических методов обследования, компьютерная томография, МРТ? Компьютерной томографии нет, то есть в этой зоне просто часть срезов не будет видно доктору, потому что он будет давать наводки. То, что касается магнитно-резонансного исследования, там тоже есть определенные специфики. Не всем пациентам показана магнитно-резонансная томография. То есть здесь очень индивидуально и должно приниматься непосредственно на месте исследования решение о необходимости проведения такой манипуляции, потому что существуют импланты, которые амагнитные, то есть могут находиться в зоне высокого магнитного поля. А то, что касается других специализированных исследований, там противопоказаний нет. Единственное, что там есть осторожность, и фирмы пишут, что нахождение в зоне высокого электрического поля, то есть там, где могут возникать помехи, не рекомендуется находиться пациентам. То есть все ситуации, все решения о дальнейшей диагностической процедуре или оперативном вмешательстве принимаются индивидуально. Скажите, пожалуйста, почему раньше в Ноябрьске не проводились данные виды операций? Не было специалистов или необходимого оборудования? В Ноябрьске был установлен ангиографический комплекс, то есть операционное. Было приглашено огромное количество специалистов для решения, для возможности работать на этом оборудовании. То есть в операционной на одно исследование или одно оперативное вмешательство принимает сразу 7 человек. То есть участвует в оперативном процессе 7 специалистов. От высшего звена до вспомогательного медицинского персонала. А то, что касается непосредственно пациента, когда доставить до операционной, то есть в комплексе, от того, как пациент заболел и до того момента, как он выписался, 23 специалиста принимают участие. То есть это огромная командная работа, которая должна быть отлажена и, соответственно, направлена на лечение вот одного конкретного случая. То есть это целая система, которая сейчас вот на данный момент отлаживается и приводит к тому, что спектр оперативных вмешательств, конечно, возрастает. То есть он постепенно наращивается и увеличивается его. Могли бы вы уточнить, какие операции проводятся с помощью установленного ангиографа? Вот сейчас на данный момент наша задача была поставлена развить кардиологическое направление, то есть это острый коронарный синдром, это пациенты, у которых возникает острое состояние, связанное с ишемией миокарда, то есть это стенокардия или инфарктное состояние. Когда у нас происходит закрытие в сосудике, атеросклеротической бляшки, наступает стойкая нехватка кислорода, ишемия возникает, и у пациента мышца умирает. Называется инфаркт миокарда. То есть следствие затянувшейся стенокардии – это довольно-таки грозное осложнение. То есть это направление сейчас на данный момент охвачено. На следующий год планы тоже есть по поводу его увеличения объема. Также вторым направлением у нас является ишемический геморрагический инсульт. То есть это тоже сосудистые проблемы, которые связаны с атеросклерозом в большинстве своем, артериальной гипертонией. Это лечение острых состояний, связанных с ишемией и геморрагическими проблемами в мозге. Механизм тоже такой же, атеросклеротическая бляшка. Это касается то, что экстренных операций. Есть, конечно, еще маленький спектр охвата, это экстренные операции, какие-то разрывы или проблемы с нижними конечностями, то есть атеросклеротического генеза, когда острая гангрена, острая ишемия возникает.
А остальной спектр, более плановый или отсроченный спектр оперативных вмешательств, связанный на органах малого таза, на органах, сосудах тех же самых головного мозга, на брахиоцефальных артериях, то есть сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, это диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей. То есть, в принципе, установка оборудования, которое сейчас находится в рентгеноперационной, она позволяет завести инструменты в любой орган и систему, где есть сосуды, они у нас везде есть. То есть, соответственно, можно либо сосуд восстановить, раскрыв его просвет сосуда, установив либо стенд, либо провести баллонную дилатацию, либо закрыть наоборот, то есть если это необходимо, например, при онкопроцессах, при доброкачественных образованиях, либо при кровотечении. То есть механизм либо открыть сосуд, либо закрыть его специальными эмболами, либо обычными эмболями, то есть химоэмболизация при онкологических процессах. Сейчас на данный момент у нас внедрено 5 диагностических процедур, и освоено 3 оперативных вмешательства. То есть это коронарное стентирование, баллонная ангиопластика сосудов нижних конечностей и установка искусственных водителей ритма, то есть кардиостимулятора. Ну, на следующий год планы немножко расширены. Сразу внедрить все очень проблематично, потому что здесь команда, и каждый пациент, который поставляется в операционный блок, он направляется с какого-то отделения, и это, соответственно, взаимодействие структур, нескольких структур. Лаборатории этого отделения, приемного покоя, операционной и вспомогательных служб, которые нужны непосредственно для этой патологии. Ну вот сейчас проговорили о лечебном процессе на аппарате ангиографии. А если требуются только диагностические мероприятия, необходимо ли пациенту госпитализироваться в стационар? Есть часть процедур, которой необходима госпитализация, а основная масса пока на данный момент требует госпитализации. Сейчас работа ведется на то, чтобы это делать. Сейчас мы уже начали делать это в ультракороткую госпитализацию, то есть пациент ложится на день, на два, в зависимости от его готовности проведения этой процедуры. А на перспективу, я думаю, что с середины следующего года мы будем пробовать это заниматься амбулаторно. То есть такая возможность существует, то есть это все проводится в амбулаторных условиях, просто это нужно наладить механизм. А существует ли уже очередность поступления пациентов в ваше отделение? Небольшая. Небольшая. Могут ли поступать с других рядом расположенных городов пациенты к нам, потому что всего на Ямале установлено 2 ангиографа. Будет ли вы принимать пациентов? Сейчас на следующий год мы готовим маршрутизацию совместно с департаментом здравоохранения. То есть это организация правильного доставления пациентов в острый период и в плановом порядке, то есть когда уже пациент находится, так называемый, в холодном периоде. И как она будет организована, я думаю, мы в перспективе донесем до населения, как это будет правильно работать. То есть сейчас работа ведется. Работа, которая довольно-таки объемная, и за короткий срок времени очень трудно ее сделать. То есть она требует охвата большого количества специалистов, привлечения многих структур. Помощь в вашем отделении оказывается в рамках ОМС или на платной основе? Помощь оказывается в ОМС и по ВМП. Это высокоспециализированная помощь. На следующий год у нас запланировано 170 ВМП случаев. И также будет развиваться дополнительное оперативное вмешательство по ОМС. Платные услуги мы пока еще не проработали, потому что есть тоже определенные нюансы. У нас, я уже говорил, что мы расходозависимы. То есть у нас расходный материал, который требуется для установки в организм, то, что касается и стимуляторов, и стентирования коронарных артерий. То есть мы устанавливаем импланты внутрь просвета сосуда, либо подкожную клетчатку. То есть здесь необходим линейка, так называемая, то есть определенное количество инструментов, с которых мы можем выбирать. И на перспективу те пациенты, которые иногородние, то есть не имеют полиса, иностранцы, им, конечно, будет оказываться помощь по платным услугам, но я думаю, это перспектива, которую будем постепенно охватывать. Вся помощь, которая оказывается в операционной, в основном, это помощь по экстренным показаниям. То есть здесь вопрос о плате неуместен. То есть он... Да, сердечно-сосудистые заболевания занимают первые места в смертности населения. И я хочу выразить вам благодарность, что вы делаете такую нужную работу для нашего населения. Успеха в вашей работе. Большое спасибо, спасибо, что посетили нашу студию. И на сегодня пока все. Я желаю вам хорошего настроения и, конечно, здоровья. Ну а телеканал «Ноябрьск-24» продолжает свою работу. Не переключайтесь и оставайтесь в курсе информационной картины дня.